Сколько человек может прожить без сна? К 78 годам человек проводит во сне около 25 лет. Можно ли сэкономить на нем время без вреда для здоровья? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Так сколько человек может не спать? В конце декабря 1963 года двое американских подростков решили выяснить, сколько можно прожить без сна и как отсутствие сна влияет на когнитивные способности и производительность. Идея возникла из необходимости придумать школьный научный проект. 8 января 1964 года один из юношей, 17-летний Рэнди Гарднер, установил мировой рекорд без сна. Он бодрствовал 264 часа и 25 минут, то есть более 11 дней. За это он попал в книгу рекордов Гиннесса. Когда эксперимент завершился, Гарднер дал пресс-конференцию, где рассказал о своих ощущениях, а потом его доставили в военно-морской госпиталь, чтобы врачи могли сделать энцефалограмму и изучить мозговые волны. Юноша проспал 14 часов, а потом возобновил занятия в школе. В дальнейшем энтузиасты еще не раз пытались выяснить, сколько дней прожить без сна реально. Но представители книги рекордов Гиннесса отказались регистрировать подобные рекорды, заявив, что они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому сколько человек может не спать максимально, достоверно пока неизвестно. Как сон влияет на организм? Прежде всего, сон – это отдых для организма. Он способствует переработке и хранению информации. При глубоком сне вырабатывается гормон роста – соматотропин. Сон развивает когнитивные способности, повышает стрессоустойчивость, концентрацию внимания, улучшает состояние иммунной системы. Сколько нужно спать, зависит от индивидуальных особенностей человека. Но здоровый режим предлагает 7 часов сна. Впрочем, зимой многие хотят спать больше. Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане считают, что такая продолжительность способна снизить вероятность развития сердечной недостаточности до 42%. Игнорировать эту естественную потребность организма нельзя и по другим причинам. Недосыпание негативно влияет на работу мозга, ухудшается настроение, приводит к снижению иммунитета и эффективности вакцинации. Повышается вероятность развития диабета второго типа и ожирения. Увеличивается риск развития некоторых онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки и молочной железы у женщин. А также может начаться атрофия мышц. Специалисты из университета штата Пенсильвания выяснили, что сон меньше 6 часов в сутки приводит к обезвоживанию организма, которое вызывает головные боли. Причина в нарушении выработки вазопрессина, гормона, который не только отвечает за сохранение жидкости в теле, но и участвует в работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Это его недостатком обусловлено плохое самочувствие при недосыпании. Нарушение сна, которым часто страдают пожилые люди, тоже опасно. У пожилых людей, которые спят 6 и менее часов в сутки, повышается риск развития деменции и других когнитивных заболеваний. Это обнаружили ученые из Стэнфордского университета. Что будет, если долго не спать? Ученые из Калифорнийского университета считают, что серьезные последствия проявляются на 7-й день непрерывного бодрствования. Но лучше не пытаться выяснить, сколько человек может прожить без сна, так как ущерб для здоровья наносится уже через один день. Итак, первые сутки без сна приводят к усталости, сонливости, нарушению координации и памяти, снижению концентрации внимания. Человек становится раздражительным, у него часто меняется настроение, в организме повышается гормон стресса и уровень сахара в крови. Вторые сутки без сна. Когнитивные способности ухудшаются, усталость усиливается, а бдительность снижается. Могут возникнуть микросны, когда человек засыпает на несколько секунд, не осознавая этого. Трое суток без сна. Настроение становится более нестабильным. Когнитивные способности продолжают ухудшаться и могут возникнуть трудности в общении,
а также развиться паранойя. Четверо суток без сна. Усиливается рассеянность, и даже простые логические операции вводят в ступор. Появляется дрожание в конечностях, вялость, внешний вид заметно ухудшается. 5 суток без сна. Сильнейший стресс испытывают все системы организма. И физиологические, психологические расстройства могут привести даже к смерти. Особенно подобный опыт опасен при наличии хронических заболеваний. Поэтому вопрос о том, как долго человек может не спать, лучше оставить риторическим. И не пытаться повторить эксперимент Рэнди Гарднера. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!